Студенты университета третьего возраста получили сертификаты. В 2016 учебном году в университете третьего возраста на факультете основы компьютерной грамотности обучались не только пенсионеры города, но и активисты Покровского, Рустамакского, Поповского, Новозарещенского сельских поселений. После завершения трехмесячных курсов 79 пенсионеров успешно сдали зачет. Председатель Бавлинского отделения Союза пенсионеров Альбина Самигулина и заместитель начальника управления Пенсионного фонда Светлана Ушакова в торжественной обстановке вручили документы об образовании. Главы сельских поселений поздравили и похвалили своих студентов. По словам председателя Бавлинского отделения Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров» Альбины Самигулиной, с января 2017 года в этих населенных пунктах планируется работа факультетов здоровья пенсионера и рукоделия.